У нас здесь нет жилых кварталов рядом, а к нам съезжаются люди из разных концов Москвы. Мои духовные дети постепенно становились диаконами, священниками. Это теперь уже не только моя паства, но всех 6 священников штатных, которые служат на нашем приходе. И я для них, условно говоря, являюсь духовным дедушкой. Они доступны для всех, открыты всем. Они радуются, стараются радоваться с радующимися, сопереживают тем людям, которые находятся в печали. Мы все объединены единой нитью любви, с одной стороны, к Богу, с другой стороны, друг к другу. У нас такая большая семья. Она где-то дружная, где-то, может быть, с какими-то конфликтными и не очень приятными ситуациями, но, тем не менее, семья. Семья такая, как есть. Мы всегда расположены к любому человеку приходящему. Но я попал, как все, случайно. Я пришел, и первый, значит, я стою, думаю, ну как же, что тут делать, значит. Стоял вообще, невозможно стоять. Служба целая, это умереть, думаю. Да, и мне уже все, ноги, думаю, ну как же бабушки ставят. Православие основано на любви, говорит. А любовь всегда, ну, говорит, обманывает, говорит, так уже, говорит, ну вы же нас не обманете, уже придете. Я говорю, конечно, приду. А у нас приход, вы знаете, в основном каких-то людей собрался добрых, и они совершенно разные. Приходят некоторые люди, я их вижу по телевизору, которые служат там наши в депутатском корпусе. Приходят также там, ну, бывает, артисты. Вот. И вот он всех принимает, и приходят те с вокзала, вообще самые последние люди, батюшка, и их принимают. А что такое Бог? Что это за слово Бог? Вот этимология слова Бог с разных языков переводится: благодеющий, милующий, вездесущий, всемогущий, дарующий, творящий. Вот мы ищем своего Творца. Можно просить Господа, чтобы Господь дал бы не только себя познать, но чтобы дал познать его любовь по отношению к нам.